Химках большое внимание уделяется социальному предпринимательству, консультированию, внедрение высоких стандартов качества обслуживания, меры поддержки, субсидии. Один из претендентов получения финансовой помощи – Центр медицины и реабилитации «Премиум Клиник». На встрече с представителями депутатского корпуса городского округа и МКУ «Малый бизнес Химки» обсудили условия развития предпринимательства. Данному медицинскому центру предложили подать заявку на региональную субсидию в размере до 2 миллионов рублей. Также мы можем предложить поддержку в виде размещения вакансий на сайтах по рекрутингу и поддержки по рекламу, продвижению в социальных сетях, интернете и площадках различных информационных. Предприятие «Премиум Клиник» работает более 10 лет и оказывает медицинскую помощь жителям городского округа Химки. По полису обязательного медицинского страхования ее можно получить бесплатно. Мы посетили центр реабилитации, куда обращаются жители городского округа Химки по полису обязательного медицинского страхования и проходят необходимый курс лечения. Сегодня посмотрели, как клиника устроена, как она работает, как функционирует, пообщались с жителями городского округа Химки. И мы услышали только слова благодарности клиники и правительству Московской области за представление такой возможности пройти реабилитацию по полюсу ОМС. Вот такой стол, телевизор повесили, вот такие сидушки сделали. Это телевизор, да? Просто очень удобно. По словам главного врача Владимира Лазарева, в год клиника принимает более 10 тысяч пациентов. Основное направление – медицинская реабилитация. Премиум клиник распоряжением правительства Московской области входит в программу маршрутизации по профилю заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, соматической медицинской реабилитации, состояние после перенесенной новой коронавирусной инфекции, а также оказываем медицинскую помощь детям с разной патологией. В клинике можно получить 20 видов медицинской помощи по направлению из поликлиники, к которой прикреплен пациент. Такой спектр услуг пользуется большой популярностью у жителей. Поэтому представители администрации оказывают предпринимателям всестороннюю поддержку. Всего в округе 51 социальное предприятие. Подать заявку и получить консультацию можно в офисе «Малый бизнес Химки» по адресу проспект Мельникова, дом 12.